Оставьте его. Зачем в кабинет занесли? Мои вещи. Во-первых, рюкзак не грязный, во-вторых, я журналист, а в-третьих, я хочу к себе хорошего отношения. Я пришел на прививку. Если я ставлю там рюкзак, я знаю, какой у вас контингент. На данный момент никакого сейчас нет. Я знаю, какой у вас тут ходит контингент. Поэтому я опасаюсь. Я из Санкт-Петербурга, я издалека. Видел свою выключить. Я имею право снимать. Имею право снимать где угодно. Пожалуйста. Вы журналист? Покажите, я журналист. Какую вы прививку пришли? Нет, я был здесь 3 дня назад, по укусу собаки, мы сказали снова. Ну, вам сказали в течение дня подходить? 28 числа. В течение дня? Не, мне сказали 28 числа. Эти прививки, они делаются желательно с утра делать? Нет, мне сказали 28 числа. Вот, сегодня у нас 28, я пришел. Хорошо, выключайте видео, и тогда будем с вами разговаривать. Не, ну как, извините, пожалуйста. Я приехал. Не забывайте паспорт, страховка, снимать. И выключите видео, я вас прошу, умолите. Я просто хочу знать, что как мои вещи. Ну, я видел, что контингент ворует это раз. Я путешественник, журналист и блогер. Выключите, пожалуйста. Не надо его опасаться. В прошлый раз тоже был скандал. В итоге все-таки человек успокоился, все мне сделали, я ушел нормально. Вот, просто. Я вас прошу по-человечески выключить. Я не люблю сниматься. Ну хорошо, я буду себя снимать. Я пришел сейчас получить прививку. Паспорт, второй раз. Страховка, снилась. Да. Вот опять же, я абсолютно не спрашиваю человека, который здесь находится, это новый человек. Мне явка прививки 28 октября написана по укусу собаки в Ялте, который был совершен 25 числа, вот 3 дня назад. Мне нужно сделать какие-то процедуры еще от госпиталя. Паспорт, страховка, снилась. Прививки делаются в первой половине дня. В прошлый раз мне никто ничего не сказал. Я вам говорю, слушайте, что я вам говорю. Хорошо. В первой половине дня. Мне сказали прийти просто 28 числа. То есть я подробно в прошлый раз все спрашивал. Здесь была мужчина и женщина. Я не спрашивал их имена. И, соответственно, что это было долго. Мне пришлось пропустить там бабушку. Я не надо вот этой демагогией заниматься. Хорошо, да. Давайте быстро сделаем. Да, все, да. Заниматься, где хотите. Это видеоблог. Сидим молча. Если я увижу эту видеозапись в интернете, я подам на вас. Пожалуйста, хорошо. Пожалуйста. Да, как вас тогда? Как вас зовут? Я представляю. Хорошо, человек отказался представиться. Вот я известный блогер. Путешественник и журналист, меня знает Google, Яндекс, Воронцов Дмитрий, путешественник, просто набираем в Google Воронцов путешественник, там огромное количество репортажей про разные поездки по разным странам, городам. Мужчина, я попросил, здесь лечебное учреждение, а не блог. Демагогию не ведем здесь, не рассказываем, я такой-то, такой-то пиар-компания. Так, вот видите, насколько это красиво. Пожалуйста, да, мы звоним полицию. Хорошо. Выключите, я сказал. Я вызвал наряд милиции. Хорошо, это замечательно. Если вы вызываете мне наряд полиции, это еще более интересно. Мужчина, понимаете? Я попросил выключить, убрать от меня камеру для начала. Убрать от меня камеру. Я вас попросил убрать от меня камеру. Хорошо. Я снимаю себя. Снимаю себя, да. Хорошо, да. Удаляйте то, что вы сейчас сняли, будете сидеть, снимать себя. Хорошо. Я не люблю демагогию вот эту. Я блогер. Реклама. Наказуй. Мы находимся в публичном месте. Я залежу на вашу страничку и почитаю, кто вы. Хорошо, да. Я очень знаменитый блогер. Я только что здесь встречался с блогером, который делал обзор всей Ялты, цены и прочее. Я напишу свое высказывание. Хорошо, да, вы пишите, пожалуйста. Пообщался индивидуально с вами. Вы знаете закон о препятствии, воспрепятствии работе СМИ? Статья 47 закона о
конечно, понимаю, что вы там снимаете за ним. Блогеры, хорошо. Видите, тут да. Блогеры. Я поняла. А можно микрочу? Хорошо. Сейчас пришли здесь женщины, и я могу пропустить. Я пришел, здесь не было очереди. Я лично вас могу пропустить. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Да. Блогеры, понимаете, у нас видеосъемка. Да, пожалуйста. Молодой человек, я попросил камеру вернуть от меня. Да. Хорошо, а когда будут предыдущие вообще нормальные люди, вот, которые здесь находятся? Я бы пришел к нормальному человеку, вы не представились, вы бросаетесь на меня. Я не бросаюсь, я не люблю, когда меня снимают без предупреждения. Вы же человек, вы живете в России, закон 47, закон 47. Нет, я прихожу на рынке и где угодно. Хорошо, работайте, отдайте мне его паспорт, я пойду по своим делам, найду нормального человека. Вам прививки сделают только у нас. Если вы хотите получить эту прививку, посидите, пожалуйста, 2 минуты молча. Я пропускаю вообще женщин. Я отпущу сейчас женщин. Вы посидите, пожалуйста, 2 минуты молча, без рекламы. Я блогер, я рекламщик. Просто реально. Присядьте. Садитесь. Так, посмотрите, сколько получается.